Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Жизнь в Германии». Долго нас не было, для нас долго. Где-то неделю я не снимала влоги, уже даже немножко отвыкла и начала сегодня снимать влог, не знала, с чего начать. Многие спрашивали, куда мы пропали. У нас все хорошо, спасибо большое, что писали, спрашивали, интересовались, что ждете наши влоги. Это очень приятно, у нас все хорошо, просто эту неделю взяли такой немножко отдых от Ютуба. У Димы был отпуск и до сих пор еще отпуск, поэтому хотели побыть вдвоем, ничего не снимать, в общем, наслаждаться отдыхом настоящим. Но уже сегодня собираемся ехать в город Липштадт по магазинам, поэтому сейчас собираюсь, делаю такой легкий дневной макияж и будем выезжать. У нас как раз утро, 27 декабря, среда. Наконец-то мы входим в ютубовскую жизнь. Немножко, как я уже сказала, отвыкли, но начинаем потихонечку уже привыкать. Всем спасибо большое, кто ждал наши влоги. Надеюсь, сегодняшний влог вам понравится. Обязательно смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, пишите комментарии, советы ваши, всегда прислушиваюсь. И давайте все вместе проводить сегодняшний день. Ребят, мы уже в машине, будем сейчас выезжать. На улице, как всегда, моросит дождь. У нас эти дожди, мне кажется, какие-то нескончаемые. Уже вторая неделя пошла дождей. Просто каждый день и каждую ночь идет дождь и дует ветер. Все. На этом коротенько все о погоде. На ближайшие две недели тоже дожди, поэтому Новый год будем встречать с дождем. Вот, так что вот такие дела. Сейчас будем выезжать, нам ехать около 30-40 минут, вот так 30 где-то. Посмотрим, что там в центре, походим, погуляем. Нам нужно зайти в несколько магазинов одежды, нужно зайти за продуктами, докупить продукты, которые нужно на Новый год. А там список, знаете, собрался такой немаленький, хотя я вроде не собираюсь ничего много готовить из еды на Новый год, но все равно, знаете, набираются продукты. Все, будем выезжать. Дима пошел сейчас отвозить баки. Пустые уже сегодня забрали. Вот. И все, будем ехать. Конечно, берем вас с собой. Что, мы уже заехали в Липштадт немножко с другой стороны сегодня. Со стороны, куда мы обычно ездили, в Баумаркт, этот глобус. Вот. И уже будем ехать. Центр тут прям рядом. И нам еще нужно заехать в Миксмарк, там как раз тут тоже рядом, но, наверное, после центра уже сначала пройдемся там по магазинчикам, а потом уже в продуктовое заедем и потом домой. Вот такой план. Так что едем пасмурно на улице, дождик моросит, в общем, все как обычно у нас в Германии. Зашли сразу в Пикамакс, здесь как раз, и хочу посмотреть пару таких вот пиалочек, может, не знаю, что-то на салатик хочу интересное взять. На несколько салатиков. Может быть, не пиалочки, может, что-то другое. Посмотрю, что тут есть интересного, что осталось, потому что уже много чего, скорее всего, разобрали. Маленькие вот такие есть какие-то. Под японский стиль сделаны. Наверное, белые возьму. Сейчас повыбираю. Ой, вот эти мне нравятся, смотрите, симпатичные. Такие беленькие, по 4,49. Неплохие, вот они тоже там. И вот такие еще есть. Вообще, вот эта фирма хорошая, как ее показать? Вот это вот. Есть несколько тарелок, они очень классные. Вот эти симпатичные, мне кажется. Да, вот как раз эта фирма. Цена 4,50. Наверное, вот такие несколько возьму. Не сильно большие были. Так, ну что, мы уже идем по центральной улице. Сейчас вот как раз у нас на дороге C&A магазин. Сейчас туда зайдем. Посмотрим, что там есть. Он двухэтажный. Обычно мы заходили только на первом этаже эту женскую одежду смотрели. Но сегодня еще нужно подняться на второй этаж, посмотреть Диме кое-что. Посмотрим, что там есть. Вдруг что-то да понравится. И потом дальше пойдем уже по дороге. Написано, что у них сейл 50%. Посмотрим. Я, конечно, сомневаюсь, что там что-то есть нам нужное на сейле.
Ну, посмотрим, что там есть интересненького. Людей, кстати, сегодня тоже немало, хотя будний день, вроде все должны на работе быть, но у многих, скорее всего, выходные всю неделю. Что вы думаете в итоге? В целом, да, купили все Диме. Хотя не собирались особо ничего покупать, но то, что понравилось, взяли уже дома, вам, конечно же, покажу распаковочку. А Дима сейчас зашел там брать себе кофе, а я иду в ту сторону, потому что там Only, Vera Moda, H&M. Похожу, посмотрю, может быть, себе на Новый год что-то выберу. Что-то мне прям захотелось на Новый год наряд какой-то, хотя мы никуда не собираемся, будем дома. Ну, хочется чуть-чуть такого праздничного настроения. Посмотрим. Если что-то найду, если не найду, то буду в чем-то другом, в старом, в старых вещах каких-то. Посмотрим сейчас. Еще хотела зайти в Бижу этот магазин, так как у меня цепочка с моим крестиком серебряным порвалась. Посмотреть. Но я не помню, он здесь есть или нет. Может быть, сейчас, если увижу, зайду. Так что вот такие дела. Начинает моросить дождь. На улице уже так темно, как будто, не знаю, вечер. Хотя только обед. 2 часа дня. Вот. Но уже погодка такая. Из-за того, что пасмурно. А вот он, Бижу мой. Сейчас я зайду как раз и посмотрю. У меня как раз есть скидочная карточка у них. Посмотрю, может, мне какой-то крестик там приглянется. Так, я уже с небольшой покупочкой. Дома тоже покажу. И сейчас зайду, наверное, сначала все-таки в H&M. Что, мне кажется, там больше будет выбор чего-нибудь, чем в Only или Vera Moda. Сейчас посмотрим. Людей столько. Чем позже, тем людей все больше и больше. Вот здесь у нас вроде бы новогодние нарядики всякие. Блестяшки. Но совсем блестящие такое. Не особо хочется. Это вот платье, по-моему, которое я мерила в тот раз. Зеленое. Эти все пайетки что-то мне особо не привлекают. Кроме пайеток, я не знаю, что тут есть. Сейчас будем искать. Так, в общем, рассказываю. Диме все купили, а мне, конечно же, ничего не нашли, как обычно. Так, сегодня уже 27-е, вряд ли я что-то закажу в интернете, ну посмотрим. Если что-то найду и там будет написано, что принесут до конца недели, то да, если нет, то нет. К сожалению, ничего такого, чтобы мне понравилось, нет. Мы сейчас идем уже на парковку, будем садиться в машину и ехать в Mixmart, покупать продукты. Нам кое-что там именно оттуда нужно купить из этого магазина. Еще мы заказали икру опять на сайте ikrinka.de и вроде бы заказали на прошлой неделе, не знаю, надеюсь, что успеют принести к Новому году. Не знаю, почему мы раньше не заказали, забыли. Посмотрим, успеют, не успеют. Все, идем к машине, состояние такое, как и погода, пасмурно, вялое. Что, мы уже дома наконец-то приехали, устали. И сейчас показываю кучу вот таких вот пакетов у нас. Это с одеждой потом покажу. Сейчас начну с продуктов и всего остального. Значит, мы сегодня были в двух магазинах, в трех. В Такамаксе, в Mixmarkt и в Kaufland. В Kaufland заходили в тот, который в Липштадт, новенький, не наш. Вот в Такамаксе что взяли, показываю. Это Дима взял вот такую штуку. Как это называется? Плоскогубцы? В общем, не знаю, что. С насадками, по-моему, какими-то, с чехлом. Не с насадками, а с чехольчиком таким. Это не насадки, это, наверное, показано, что ими можно делать. Дальше вот такой взял еще на скидке тоже. Сейчас вообще везде скидки на все. Кабель для телефона, для зарядки айфонов. Я взяла себе вот такую маленькую терочку. Очень часто для чеснока мне нужно использовать, особенно вот эту, или для сыра, пармезана. Ну, в общем, не хочется большую потом мыть после кусочка чеснока, поэтому взяла вот такую маленькую. Цена у нее, по-моему, 3,50, да, 3,49. Взяла все-таки вот такие две пиалочки симпатичные, беленькие, вот этой вот фирмы. Как она называется? Power... Ну, в общем, французская, по-моему, какая-то фирма. 4,49. Две такие пиалочки у меня будут на новогодний стол для каких-то, может, салатиков. Не знаю, что-нибудь придумаю в них.
Так, взяли в Кауфланде шампанское вот такое. Единственное, которое нашли, более-менее, которое нам с виду так понравилось, почитали, французское. Правда, оно стоит 18 евро, но мы шампанское пьем вот действительно раз в год, только на Новый год. Поэтому один раз в год, думаю, что можно. Это вообще недорого. И идем дальше. Что у нас где? Потихонечку сейчас буду все показывать, хотя немножко спешу, потому что мы уже очень проголодались. Крем фреш взяла, хочу сделать десертик на Новый год. Там еще где-то две баночки. Дальше вот такой мой майонез салатный. Вот еще крем фреш. Дальше вот он тоже. Три я взяла. И где-то еще будет маскарпоне. Это мне для десерта будет. Это тоже для десерта мне нужен шоколад один. Взяла линд 70% какао. Черный, горький. Фету взяли вот такую. Хиртенгазе точнее. Дима себе взял такой сырочек. Как он, плавленый. Это все с Кауфланда пока. Это тоже оттуда. Вот такие фисташки были на скидке по 2 евро с чем-то, не помню. Вот такой хлебушек взяли в магазине Mixmarkt. Вот даже написано. Надеюсь, что будет вкусненький, белый. Что пока не хочу печь эти дни. Я вчера вот как пекла, позавчера булочки. И пока не хочется. Дальше взяла еще одну упаковку лаваша. Хотя у меня есть в морозилке, но взяла один свеженький. Кину просто в холодильник пока. Дальше вот такая пленка пищевая. Тоже наша заканчивается. Всякие специи взяли в Mixmarkt'е, вот фирмы Авокадо. Во-первых, взяли сушеный чеснок, у меня он закончился, и взяли черный перец с горошком, потому что у нас немножко обновилось здесь на столе. Я, кстати, не снимала влоги, поэтому не показывала. Мы взяли вот такую электрическую штуку в Кауфланде еще несколько дней назад для перца, поэтому купили перец с горошком, чтобы молоть. И вот такие две солонки я все искала, и мне вот эти понравились. Они такие не керамические, или это деревянные, и с вот такими вот крышечками, очень симпатично смотрятся. Они без подставки, ну, мне кажется, и так красиво. Вот здесь они у нас стоят по обе боки, по обе стороны. И очень красиво смотрятся. Так, поэтому взяли вот перец горошком. Душистый один и один просто черный перец горошком. Дальше здесь еще что-то. Перец черный молотый, чтобы я добавляла в разные блюда. Это тоже с Кауфланда Kinder. Кидаю в холодильник иногда, если хочется прям к чаю, можем съесть. Дальше в Mixmarkt'е взяли вот такую печень трески. Тоже 100 лет не брали. Но мы ее любим так иногда. Это Дима в себе всякие сырочки там берет, эти глазированные. Вот такие два сырочка. Один он уже съел по дороге. И взяли еще вот такой перец с горошком. В такой упаковочке, чуть другой фирмы. Дальше здесь уже в основном идет магазин Kaufland. Две упаковки яиц. Мы уже все взяли, что нужно на Новый год. Практически все. Там еще грибочки нужны. Но так как сегодня только среда, знаете, до субботы, воскресенья не могут не дожить. Поэтому возьмем уже... Съездим здесь у нас, возьмем потом. Взяла кукурузный крахмал. У меня закончился. Очень долго он у меня был. Иногда на выпечку нужен, на какую-то. И купила уже новенький. Еще один майонез здесь у нас. Взяла подсолнечное масло одно, пусть будет. Взяла себе вот такие хлебцы. Что-то мне захотелось. Очень давно их не брала. Думаю, на завтрак с Филадельфии будет вкусно. Сахар один. Нашла, еле нашла в Кауфланде маскарпоне. Его разобрали практически. Взяла вот такие две упаковочки маленькие. Они, наверное, по 200, да, по 250 грамм. Но я думаю, что у меня одна уйдет на десертик этот. Одну можно оставить. Она до апреля, в принципе, еще времени достаточно. Яблочки нужны тоже на Новый год мне для горячего блюда. И здесь морковь. Мы взяли вот такую крупненькую, потому что будем натирать ее для моркови по-корейски. Так, идем дальше. Здесь у нас губки у нас закончились. Взяла такой сушеный манго. Очень вкусный от этой фирмы. Чипсы, что-то меня пробило. Не знаю, пусть будут. Дальше колбаска. Одну взяла на оливье. И одну просто нам на завтрак в эти дни просто кушать. Я не знаю, до какого, даже не смотрела срок годности. А, до 9 февраля. Так что надолго. Дальше, что я взяла в Кауфланде, наконец-то нашла. Вот такие десертные. Но это вообще для мороженого тоже подходит. Я взяла для десерта порционного вот такие стаканы.
вазочки, можно сказать. Они были на скидке по 6 евро, по-моему, упаковочка. Взяли две упаковки, как раз последних больше не было. Такие симпатичные. Хочу их открыть, показать. Смотрите, какая прелесть. Такие симпатичные. Так, порционно можно десертики, как раз хочу на Новый год сделать. Думала две взять, два стаканчика таких, потом смотрю, еще одна упаковка была, они, в принципе, недорогие, взяла 4. Может, потом, когда будут гости, тоже можно будет сделать что-то. Так что я довольна именно этой покупкой. Так, идем дальше. Здесь у нас из Миксмарта семечки Дима себе взял. Я тоже взяла такие вот турецкие Гёрал. Потом вот эти Дима взял тыквенные. Вот эти финики тоже там взяли. Очень вкусно, я один раз уже брала. Это вообще весь пакет оттуда, по-моему. Вот эти пончики из... Что-то меня пробило на эти берлинеры из Кауфланда. Зелень взяла, целый мешочек в Миксмаркте. Здесь укроп и два пучка петрушки. Дальше. На селедку под шубой взяла вот такую селедочку. Она идет просто без кожи, в масле. Витси, вот эта фирма, Витси, или как она называется, мне кажется, будет хорошая. In Lithuania написано. Из Литвы. Производство. Вот еще есть одна упаковочка. Вот, я взяла две на селедку под шубой. Такое вот просто филешка. Дальше у нас здесь огурчики. Это просто кушать я взяла. Такие вот корнишоны мелкие. Эти сушки, как их назвать, бублики. Вот такой сырочек Дима себе взял, плавленый, копченый. Капуста вот эта, кстати, которую опять пролилась или нет. Да. My Family, она каждый раз проливается вот через эту крышку. А мне кажется, очень вкусная. Не мне кажется, а мы в прошлый раз ее брали. Она, кстати, with apples. Я даже не видела. С яблочком. Поэтому такая кисленькая. Вот такие сырочки еще взяла, плавленые два. Мне нужно для одного рецепта там на Новый год. Еще упаковка семечек. Тоже турецких. Потом вот такую взяла, как это называется, смесь для бульона, для куриного супа, например, подходит. Так, что у нас здесь еще? Квас, как всегда, Димин. Потом вот такие огурчики еще взяла на... Вот эти кушать, наверное, эти на оливье покрупнее, посмотрим. И взяла вот эти помидоры по-кавказски. Слушайте, ну очень вкусные. Мы в прошлый раз брали, очень быстро их съели. Очень вкусные, малосольные. Дальше взяла такие бульонные кубики еще. Немножко намокли. Вот такой, такие вот. И ванилин. Все отсюда. А, и селедка такая еще есть. Сейчас Дима ее будет чистить. Будем сейчас есть. Две такие селедочки взяли малосольные. Так, что мы еще купили в Кауфланде? Мандарины. И взяли, наконец-то, уточку. Взяли замороженные две утки. Почему две? Потому что они очень маленькие. Ну, на мой взгляд, 900 кило. Но если еще ее разморозить, как будет еще меньше. Молодая утка написана, по-моему, итальянская, из Италии. Это все, что нашли. Гуся я не хотела. Думали, может, баранину запечь на горячей. Но решили все-таки взять уточек, я их замариную. И сразу обеих будем запекать, наверное, так. Дальше картошку, как всегда. Взяли вот эту разваристую Мелихкохен. Вот. Взяли три упаковки, уже из одной я варю. На ужин нам картошечку. Дальше морковь еще взяла просто, которая на салаты будет. И просто пусть будет в холодильнике, на готовку потом. Вот. И лучок вот такой, средненький, желтый. И все. Это вся наша закупка на сегодня. В Миксмаркте мы потратили 60 евро. И в магазине Kaufland 130, по-моему. И сейчас покажу, что мы взяли из одежды. Ну что, показываю, что мы взяли. Там чуть-чуть Дима на заднем фоне шуршит. Ничего страшного. Чистит селедку уже. Что мы взяли из одежды из нескольких магазинов. Сейчас показываю. Значит, в целом, да, показываю. Мы в основном взяли Диме. Одежду себе ничего не нашла, но это мы ему взяли такие трусики, эти нижнее белье за 3 пары 16 евро. Дальше. Вот такие футболочки. Он такие любит ходить и дома, и, ну, в основном на работу в них ходит, под кофту какую-то спортивную. Вот такие эльки ему взяли. По 8 евро сейчас в целом, да. Это, кстати, недорого и хорошего качества. Такую вот темно-синюю одну и одну темно-такую вот бордовую больше по цвету. Вот.
Дальше взяли ему также в этом Циунда вот такие штаны. Очень ему понравились. И померили, и качество хорошее. Все подошло. Вот такие вот. Цена у них 40 евро. В Циунда, кстати, сегодня были скидки, но не на то, что мы взяли. Потому что мы, видно, взяли то, что подороже. Там то, что подешевле, было еще на скидках 50%. В общем, вот такие штаны. Они такие не серые, они темно-синие. Дальше, что еще? Это тоже на работу, и не только на работу, может, на выход куда-то. Дальше еще в Циунда мы Диме взяли вот такую теплую флисовую кофту, прям теплую с капюшоном. За 30 евро можно и на лыжи в ней, и на работу, и, в общем, в любой холод. Очень классная, очень теплая, очень хорошее качество черного цвета. Хотели серую, но серой не было с капюшоном, а ему с капюшоном надо. Дальше. Так, это то, что мы взяли Диме в Циунда. В H&M я себе взяла вот такое платьюшко. Просто обычное, ненарядное, черное, с длинным рукавом. Оно не сильно теплое, я и не хотела сильно теплое. Хочу, чтобы оно было и на зиму, и на осень, и на весну подходило. Если так, то там весной, осенью можно под какую-то курточку кожаную, зимой можно под пальто, осенью, ну, в общем, чтобы подходило под все. 25 евро всего лишь стоит. Я взяла размер М и даже его не мерила там, потом уже попозже померяю. А когда-нибудь, когда я его одену, покажу вам. Оно длинненькое, практически до щиколоток. В общем, мне понравилось. Обычное черное длинное платье. Такой вот материал какой-то, вот жатко, если можно так сказать. Симпатично смотрится. Дальше зашла в этот бижу-бижу, я его называю бижу, бижу-энд-бижу, и взяла себе крестик с серебряной цепочкой, потому что мой порвался тот, я его очень любила, и долго он у меня носился, наверное, не знаю, больше полугода, но, к сожалению, порвался, я его случайно порвала, когда снимала футболку. И зашла, взяла себе практически такой же, но чуть-чуть другой, именно сам крестик чуть другой, вот так он выглядит, такой вот блестящий. За 25 евро. И еще взяла вот такие сережки. Понравились мне, может, тоже на Новый год. Или просто буду носить их. И что я еще взяла в другом магазине. Как он называется? Уже не очень известный магазин. Не знаю, как называется. В общем, там тоже в Липштадте нашли на центральной улице магазинчик. Взяла себе платьюшко такое на Новый год. Оно идет, как сейчас получится его показать. Смотрите, оно идет на одно плечо. Вот так вот одна сторона, одна рука в рукаве будет, а одна сторона открытая. И все, вот такое платьишко коротенькое, чуть не до колен, чуть выше колен. Вот такой материал люрексовый, еще с такими вот бусинками, скажем так. Я думаю, на Новый год, в принципе, неплохо. Стоит всего лишь 35 евро. Это просто шикарная цена, я считаю. Вот фирма, сейчас покажу. Вот такая вот Вера and Люси. Вера и Люси. В общем, я несколько платьев там померила. Одно более длинное мерила, короткое. Это мне кажется, на мне получше смотрится. Ну, вы его уже увидите на мне. Думаю, Новый год. Новогоднюю ночь уже. Все, это все покупочки у нас из одежды и украшений. И, наконец-то, садимся сейчас ужинать. Так, ребятушки, наш ужин готов. Вот такой вкусный. Отварила картошку в мундирах. Здесь у нас селедочка с лучком. Немножко оливкового масла добавила. Брынзочка. И помидорки квашеные с этим, с капусточкой. Хлебушек. Сейчас будем наслаждаться. Кто есть с нами, приятного аппетита!